Несколько государств Европы одновременно выступили с заявлениями о необходимости усилить контроль в зоне Шенген, чтобы снизить угрозу терроризма. Активнее всех в этом вопросе проявила себя Франция, и это понятно. Официальные власти еще сразу после январских терактов признали, что в стране за 2,5 года количество джихадистов увеличилось с 30 до 1400 человек. Что стало причиной, какие будут приняты меры, расскажет Елена Минкевич. Увеличение количества джихадистов почти в 50 раз – это цифра, которую назвал премьер-министр Франции. Произошел скачок ровно за тот период, что Мануэль Вальс был сначала министром внутренних дел, а затем возглавил Кабмин. Казалось бы, порядок надо наводить внутри страны и внутри же следить, какие течения набирают обороты и почему. Но политики одной из причин происходящего ведет слабый контроль на границах. Контроль за внешними границами весьма сложен. Нужно признать, что молодые европейцы, которые возвращаются из Сирии, или Афганистана, все же европейцы, и поэтому их мало проверяют. 70 французских граждан уже погибли в Сирии и Ираке в рядах террористов. Остальные уезжают и возвращаются, чтобы завербовать в свои сети все больше и больше новых сторонников. По мнению депутата, вопрос сейчас в том, чтобы тщательный контроль применять ко всем въезжающим в зону Шенген, независимо от того, европейский ли паспорт предъявляется на границе. Действующий кодекс Шенген позволяет проводить систематические проверки, но не в обязательном порядке. Должны ли мы добиться изменения кодекса Шенген, чтобы достичь цели? Ответ – да. Все ли страны Евросоюза к этому готовы? Ответ – нет. И это причина, по которой Германия и Франция предпринимают совместные усилия, чтобы убедить остальных, включая тех, кто не затронут терроризмом, риском атак или угроз. А в ожидании изменений мы уже можем вести систематический и скоординированный контроль в рамках действующего кодекса Шенген. Помимо этого, есть и предложения, которые касаются всех пересекающих границу, а не только европейцев. Речь идет о том, чтобы наладить обмен данными об авиапассажирах между 26 государствами зоны Шенген и всю эту информацию хранить в течение 5 лет. Однако, несмотря на угрозы безопасности, о которых во Франции в последнее время только и говорят, страна даже не вспоминает о своем праве восстановить внутренние границы. Хотя бы на время. Вот и получается, что свободу перемещения по Европе здесь ценят выше, чем безопасность. Елена Минкевич, Николя Фильюль, Франция, Париж.